А вот не дело в том, что перепутал, а теперь свою не могу найти. Ой, ребята, тоже бывает. Замотался немного, с вами заговорился, а пончики свои потерял. Всем привет, друзья! Вы на канале Виконста. Ребята, как думаете, где я нахожусь? Поняли, нет? Я нахожусь сейчас на окраине города Донецка. Посетим мы гипермаркет Sigmaland, бывший Ашан. Сегодня, я так понял, здесь проходит концерт по поводу Дня города, Дня шахтера. В этом году городу Донецку 150 лет, поэтому на многих предприятиях, многих магазинах проходят всякие интересные рубрики, веселительные конкурсы. Ну вот сегодня я попал сюда, и мы ворвемся в этот гипермаркет, так как вы меня многие просите, мол, что ты не входишь никуда в такие большие супермаркеты, а ходишь по маленьким магазинам. Ну, ребята, сегодня будем врываться сюда, покажу вам, что здесь продают. А в какую цену у вас шашлык? 800 рублей килограмм. Ага, спасибо. Друзья, по 800 рублей шашлык. Я не знаю, напишите в комментариях, нормально это или нет. Корзину. Так, ну что, ребята, куда отправимся? Отдел хлебобулочных изделий. Здесь, кстати, в свое время, ну, я редко здесь бываю, но периодически заезжаю, здесь прикольные пончики продаются. Это так вам проверенная информация. Может быть, если они у нас здесь есть, мы как раз их и купим. Да, вот они есть. Пончик с наполнителем 11 рублей. Ну, давайте штучки 3-4 возьмем. Все, готово. Что у нас тут еще есть? Но я вам скажу, людей здесь нормально. Я в других супермаркетах или гипермаркетах бываю, ну, в зависимости от времени. То есть бывает, ходишь-ходишь, людей нет. В одно время пришел, все, людей полно. Не знаю, с чем это связано, но, в принципе, колбаса здесь, ну, как и везде, 616, 683. Есть, скорее всего, что и подешевле, 606. 872. А, там, наверное, это супер крутой отдел какой-то. О, максимальная колбаса 1239 рублей. Махан. Вот здесь 500. 348. В принципе, ассортимент классный. 334 рубля. Так, что у нас здесь еще есть? Сосиски. Сосиски по 306. Сардельки по 164. Луганские 264. Ну, здесь на минералке зацикливаться не будем. 16, 14. Нагутская 34. Пепси и кола по 80 рублей за 2-литровую бутылку. Ребята, чем мне нравятся большие супермаркеты? Тем, что вы можете подойти, вот так взять, что захотели. Либо набрать те же самые вот макароны. Сколько вам нравится. А на базаре, ну, не так. Да, есть возможность иногда самому выбирать. Ну, конечно, проще и лучше, когда вы сами ходите. И вот, к примеру, я хочу взять именно вот этот Гулливер, а не вот этот. А вам в сумочку насыпят того, чего вы совсем не желаете. Ну, а там у каждого свои приколы. Но мне лично нравится ходить по супермаркетам. Джек по 193. Кстати, почем арбуз?
Арбуз у нас по 3,99. Такие прям с баштана хорошие. Наверное, вкусные. Попробовать мы не будем. Хотя можно было взять, попробовать. Так, что, давайте пройдемся на отдел овощей. Посмотрим, насколько изменилась цена. Картошка у нас по 21 рубль, 21,50. А лук репчатый по 20. Так, здесь у нас дыня по 22, амал по 46. Вот такая большая дыньга. Смотрите, какой ассортимент товаров хороший. Гнилья я не вижу лично. То знаете, бывает на низ гнилое прячут. А сейчас, в принципе, ну, не видно так. Виноград по 89. Так, что у нас тут еще? Давайте узнаем, почем у нас помидоры, огурцы. Так, кабачки по 29. Капуста краснокочанная 56. Ага. Глянем сейчас, какую цену помидоры. Помидор 34, 48 и 57 в зависимости от модификации. Огурцы по 40. Перец 43,70. Вот здесь арбузы тоже по 4 рубля за килограмм. Так, что, идемте дальше. В принципе, ассортимент тут большой. Куда идти? Давайте в ту сторону пройдемся. Конфет, ребята, море. Кто сладкоежка, тому не рекомендую сильно задерживаться на этом отделе, потому что сюда зайти можно и минут на 20 здесь остаться. Так, ну чё. У нас здесь еще живая рыба. Карп по 159. Ну что, друзья, как вам тут живется? Вы все почищенные уже, зеркальные. Сом живой по 219. Так, здесь у нас рыбка. Камбала 259, минтай 182. То есть все держится во льду. Так, что у нас здесь? Селедка, пиво. Вот давайте пиво. Первое попавшееся. Вот Жигулевское 39. Дуб и обруч 45. Хайникен 61. Хогарден 132. Ну, это уже такое деликатесное пивко. Также есть вкусняхи для пива. Желтый полосатик 880 рублей за килограмм. Вот такая маленькая упаковка выйдет вам на 69 рублей. Собственное производство рыбы. То есть все аккуратно, красиво выложено, сделано. Ну, в общем, радует глаз. Посмотрите, раньше, представьте, сколько было касс. На какое количество людей здесь, интересно, рассчитан этот большой гипермаркет. Ну так, ребята, в принципе, если я буду каждый отдел вам показывать, то я думаю, здесь мы останемся на часа полтора. А то мне многие говорят, мол, что ты по маленьким магазинам ходишь, что ты по рынкам ходишь? Покажи нам, ворвись в гипермаркет любой, покажи, что там происходит. Ребята, ворвался, ну, чё? Так, я что, походу другую тачку увез? Вот это да. Так, надо возвращать. Надо возвращать. Да вот не дело в том, что перепутал, а теперь свою не могу найти. Такое, ребята, тоже бывает. Замотался немного, с вами заговорился, а пончики свои потерял. Что у нас здесь? Чипсы, соки. Блин, просто стеллажи стоят. Огромные стеллажи. Что у нас здесь? Водка. Водка
103 рубля. Московская 109 рублей. Столичная 99. Гуси-лебеди 145. Да. И что здесь выбирать? Непонятно. Когда, ребята, очень большой выбор, вы практически теряетесь. Пришли за одним товаром, а на самом деле можете купить совсем другой товар. Перепелка 193 рубля. Еще причем домашняя. Хаски 168. Здесь у нас коньяк 432 рубля. Армянский 414. Когнак 317. Янтарное дерево 3 звезды. Так. Есть коньяки по 250, 270, то есть совсем различные цены. Портится 203 рубля. Так, ну здесь у нас распродажа чего? Белья женского. То есть приходите, выбираете, что хотите. Кстати, многие люди, шопоголики, приходят за одним, а затариваются совсем разными товарами. Многие говорят, да, у вас там ничего не покупают. Не, может, конечно, и не все покупают, в зависимости какой заработок у людей. Ну а так, я думаю, этого всего бы не навозили, если бы не покупали. Так, это у нас отдел барбекю, мангалы. Здесь это пахучки в машину. ВД-40. Вот это вот популярная такая штука. Она пригодится вам везде. То есть у кого не спросишь, а чё? Та ВД-шкой побрызгал нормально. Зашли мы в кухонный отдел. Салфетки, чашки. Тут можно, я так понял, даже с интересными такими вставками для ручек купить. Пиалки, сахарницы. Здесь, я так понял, дальше уже продолжается пластиковая посуда. Нужно периодически приходить, заходить там, смотреть интересующие вас товары. Поэтому здесь у нас отдел ремней. Тут еще и обувь продают. А почем же ж обувь? Полусапоги женские 1150. 1305. Ботинки 1549. Что у нас здесь? 167 рублей, 1,5-килограммовый. Эйприл 5 килограмм 625 рублей. Ариэль, Тайд, Чайка, Ушастый нянь. То есть наличие есть. Так, ну чё, будем брать Швепс. Мне он очень нравится. Это у нас с лаймом. Это Bitter Lemon. Так, а мы возьмем вот такой 1,5-литровый. Кстати, цена у него 91 рубль. В стекле я больше люблю, да, и она и вкуснее. Так, все, на место поставили. Теперь идем дальше. Что у нас здесь за отдел? Сыры. По 450. 450. 480. Ну, то есть различная цена. 420. Здесь у нас 430. Ну, в принципе, от 400 до 450 рублей.
в общей сложности. А яйца по 59 рублей. Так, я вам еще хотел молочку показать. Так, кефир у нас 2,5%. Одна штука, здесь 900 грамм, 60 рублей. Кефир 53,90, 25 рублей такой пакетик, 3,2%. Йогурт 40 рублей, 450 грамм. Сметана 52 рубля. Так, молоко Добрыня 82,50, 1500 грамм. Майонез различная цена. Здесь также есть отдел соуса. Ну вот, к примеру, Макмай, я вот этот майонез люблю, 23 рубля, 180 грамм. У нас дегустация кетчупа ждет. Кетчуп и соус. Производитель Нормы. Это, кстати, наш донецкий производитель. Да, о, сейчас пока еще не вышел. Я так понял, здесь отдел круп, сахар, 900 грамм, 41 рубль. Мука 43,95. Здесь у нас приправы. Так, еще, наверное, надо глянуть на отдел круп. Макароны у нас 53, 58. Здесь у нас крупа пшеничная 41 в пакетиках. Кукурузная 43, рис 60. Ну, здесь начинается ячневая, пшеничная, наивысшая якость. Місто Донецьк. Так, манка. Тоже Донецк, что ли, делает? Да, місто Донецьк. Найвища якість. Кукурузная, горох 24 рубля. Гречка у нас. Стандарт 48,25 за 900 грамм упаковку. Так, ну что, друзья, скупился я. Выходим мы уже с гипермаркета. У нас, кстати, сейчас в Донецке жара. Показывала у меня на термометре температуру 34 градуса в тени. То есть на солнце там все, дай бог, 50. Август, конечно, дает нам жару такого нормального. Ну а куда деваться? Это последние дни лета, поэтому нужно потерпеть и... Потом, по-любому, у нас похолодание пойдет, так как зима не за горами. Задвигаем. Что у нас здесь? Автобусная остановка. А, кстати, забыл, ребята, напомнить. Здесь еще ходит бесплатный автобус Сигмаленду. Ага, вот и расписание. Что я вам хотел еще сказать? Думаю... Раньше в Ашан также были эти автобусы, ну и сейчас с скрытого рынка на Сигмаленд идут бесплатные автобусы. Воскресенье, понедельник, выходные дни. В общем, друзья, на этой прекрасной ноте с полным пакетом всяких вкуснях мы будем завершать этот видеоролик. Вы знаете, что делать. От вас максимальная поддержка. С вами на канале был Виконста. Пока-пока!